В этом году в Заводоуковском городском округе окончили школы почти 300 одиннадцатиклассников. 33 выпускникам вручили золотые медали. Чествовали ребят прямо на улице у здания городского дворца культуры. Поддержать их пришли учителя и родители. Ну, у нас традиционно медалистов, скажем так, немало. И причем медалисты как в городских, так и в сельских территориях наравне. То есть дети талантливые у нас везде. Золотая медаль далась тяжело. Сколько было слез вылито и нервов, и как я переживала, и говорила, что мне уже не надо это ничего. Но как-то после 9 класса я уже окончательно решила, что раз я пошла, то нужно до конца идти и зарабатывать. Кроме медалистов, чествовали и тех, кто активно принимал участие в культурной жизни округа. Отметили несколько творческих коллективов.